Уважаемая группа, всем привет! Хочу поздравить с наступившим 2019 годом. Желаю всем здоровья, успехов, чтобы все желания сбылись. Чтобы Новый год принес вам только благополучия и успехов. С Новым годом, друзья! Народ откапывается. Там походу надолго засели. А, Nissan этот, Кашкай. Нам до хера идти, если на то место. О, сколько живцов у нас. Сейчас доберемся до нашего места, где мы будем рыбачить. Сегодня мы будем ловить новогоднюю щуку 2019. Ну и погода, как видите, у нас сегодня снежная. В принципе, безветренная, ветра нет. Такая белая пелена. Ну и температура воздуха у нас минус 10 сегодня. Прошли мы, значит, где-то чуть больше километра. Все, Марина выдохлась. Ну что, мы все прибыли, да? Я думаю, да. Получается, здесь будем. Приветствую вас, господа рыбоходники, на моем канале. Сегодня с вами я, Андрей. И сегодня мы будем пытаться ловить на жерлице щуку. Лед у нас нынче толстый, почти весь шнек уходит. Так, пробурили мы пока пару лунок. Сейчас глубину замерю, сколько тут. Глубина примерно около метра, глубина плюс, учитывая еще толщину льда, где-то около 30 сантиметров, если не больше. А у нас сегодня природная тишина, почти никого нету. Река большая, мы сами себе хозяева. Единственное, вот там мужичок один рыбачит, тоже сам по себе. И мы сами по себе. Жерлицы расставили. Будем сейчас ждать поклевок. Вот такая вот у нас река Обь. У нас первая сработка. Пока сидели в палатке, сработал флажок. Уходит, уходит. Да, уходит. Чуть-чуть уходит. Дай слабину чуть-чуть. Сука. Нету, да? О, съел. Съела. Давай, давай, вон туда. О, у нас еще одна сработка. Вторая сработка. Бежим к ней.
Нету, да? А, живец на месте. Бородуля. Короче, две холостых сработки. Третья сработка у нас самая дальняя почти. Крутит, да? Все, бегу, бегу. Давай, 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 Рома, давай, давай. Главное, чтобы что-то было. Есть. Нет? Нет. Да блин. Выплюнула, сука. Коза, сука. Вот хорошая была? Да ты и все, и меня бросило. Было подождать. Короче, следующая сработка. Не торопимся, пускай мотает. Пускай немножко сожрет ее. Четвертая сработка. Смотреть не снимаю. Не, я тебя не снимаю. Так а что, блин, надо было проверять, а мы же только туда смотрим. Ну да. Она ага. Чуть примерзла. Чуть-чуть примерзла. Есть. Есть, да? Угу. Есть что-то, ой, что-то. Да, хорошо, блин. Еще леска. Терпеть не могу леску. Размотка. Смотри, давай, Марина, темнее. Стравливай, стравливай, стравливай. Леску я вообще не терпеть не могу. Тихо-тихо. Давай, давай, ты должна одна справиться, без нас. Да, хотя блин. У нас тут три мужика, но ты должна одна справиться. Не наматывай на пальцы. Смотри, а то обрежешь пальцы. Да-да-да, сбрасывай. Леску сбрасывай. Хочешь посмотреть? Хорошая? Хорошая. Я хз. Я тебе говорю, хорошая должна быть. По-любому. Не наматывай на пальцы, Марина. Делаем ставки, господа. Я говорю, двушка. Трешка. 3,5. Я тоже 3,5. Ты хоть если не больше. Тебе, вот. Вот, подвела, заталкивай. Во-во-во. Ну, во. Хорошо так это. Вот она, вот она. О! Двушечка. Нормально. Нет, трешка. Двушка. Есть! Есть! Наконец-то! У нас есть первый улов за сегодня! Так. Ты возьми ее, давай сфоткаю пока. Да, пока в не снегу она. Как? Не ее. Потом убьем. Слушай, ну тебе везет вообще на щуке. Вообще, она прям к тебе сама идет, эта щука. Фотосессия. Ну вот, друзья, рыбоходники, вот такая вот у нас получилась короткая рыбалка. Поймали сегодня всего лишь одну щуку, зато какую. Ну и не забывайте про мой конкурс. Предыдущее видео вы можете посмотреть, какие я подарки разыгрываю для подписчиков. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Ну и хотелось бы всех рыбаков поздравить с новым 2019 годом. Желаю вам счастья, успехов, благополучия в вашей семье. Ну и всем не хвоста, ни чешуи. До следующей рыбалки.